пятидесятилетний питерского зятя нашего, любимого сегодня юбилей. Вот он, Алексей Викторович Григорьев. Это наша дочка, его жена, это мой младший сын. Но как и 20 лет назад, он подтянут, строен и высок. Это все его семейство в Питере. И не считаем мы, что нескромно будет перед миром. Хвастаться, как наш хорош Григорьев Алексей. Так, узнаете, да, вот в красных трусах. А я клип с пониманием, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть. В его честь, ему поздравлений отправляю туесок. Это он в Красной Горке. Это Египет, опять Египет, опять Египет. Это он отправляет дочку Полину в первый класс. В общем, замечательный зять, замечательный. Поздравляю, Леша, от всей души.